На сегодня сразу оперативно был создан штаб, который привлекли спасателей, непосредственно весь инженерно-технический штаб компании сейчас работает непосредственно на руднике по спасению людей. Сразу было подключено резервная энергетика из клетки, которые ходят вниз, они быстро были восстановлены, и работа полным ходом по спасению людей сейчас идет. Я вынужден сейчас вылететь туда Мирный, непосредственно участвовать в работе штаба и принимать соответствующие меры по привлечению дополнительных сил.